Здравствуйте, дорогие гости и подписчики моего канала. Представляю вашему вниманию отчет по совместному проекту «Мои любимые коты 3». Этот отчет у нас за декабрь. У нас уже много финишей, участницы спешат, стараются и много работ находятся на стадии завершения. И я думаю, что это самая большая радость, когда процессы продвигаются и завершаются. Ну что, приглашаю вас к просмотру. Поехали! Напоминаю, что по окончанию совместного проекта состоится розыгрыш, и у нас есть спонсоры, есть подарки. Во-первых, это магазин «Клубок желаний». Данный магазин нам предоставляет вот такой замечательный, очень редкий дизайн, называется «Самый лучший подарок». И мы этот наборчик разыграем среди готовых работ по двум нашим совместным проектам. Также будет разыгран подарок от Марины Шматковой. Марина является создателем группы Shining for You, делает маячки, различные иголочки счетные, всякие такие красивые аксессуары. Также Марина участвует в нашем совместном проекте и тоже сделает для нас какой-то интересный подарок. Встречайте финиш от Галины Агеевой. Пишет нам Галина. Кошка на горошине от Марички и наш рыжик, который также любит нежиться на подушках. Вышивка декоративными стежками, бисер, бусины. Очень красивая и необычная работа. Интересно было наблюдать, как работа преображается и становится ярче с каждым новым стежком. Вот такой красивый, очень интересный финиш у Галины. Ну а, конечно, за подробностями можете зайти на ее канал. Также Галина продолжает участие с дизайном от Dazzling Work Christmas Cats и пишет: «Давно и засматривалась на этот набор, но смущала, что в наборе пластиковая канва и много незашитого пространства. Поэтому, когда нашла схему в интернете, то решила вышивать подбором на равномерке, вернее укромерке 32 каунта, так и игрушки будут поменьше. Немного сомневаюсь по поводу цвета основы, но что взяла с собой в поездку, на том и буду вышивать. Великолепные игрушки должны получиться, но это не все. Также у Галины еще есть очень интересный и редкий сюжет. Это у нас дизайн также Sunset, называется Joy to the World, артикул 18023. Пишет нам Галина: «Очень люблю животных, поэтому большинство наборов в запасах именно с животными, но больше всего нравятся сюжеты, где много животных сразу. Когда увидела этот дизайн, то дыхание просто перехватило. Не остановило даже то, что это вышивка гладью. Единственное, когда начала рассматривать схему вышивки, то оказалось, что именно на котиках вышивки совсем немного, только грива у льва. И теперь сомневаюсь, подойдет ли такой дизайн для участия в СП. Решила узнать». Ну, конечно же, подойдет. Здесь все животные есть, присутствуют коты. Ну и, конечно же, нам очень-очень хочется посмотреть, как здесь будет все отшиваться. Дизайн редкий и гладь, ну, это очень интересно. Ирина Остапенкова представляет нам полностью готовую работу, завершенную. Это оригинальный набор фирмы Dimensions «Мишка и котята». Пишет нам Ирина: «Рада была принять участие в СП «Мои любимые коты 3» на канале у Юли Творчества. Во время отшива окунулась в атмосферу детства, ведь именно в раннем детстве была первая и самая любимая плюшевая игрушка, как этот Мишутка, а также мой первый питомец, похож на котят по сюжету». Прекрасный результат и очень яркая фотография. Поздравляем! Ирина Силаева завершила работу по набору фирмы «Новослобода», называется «Перед сном». Здесь очень милый сюжет, он и с кошками, но и также и зимний, потому что за окном у нас зима. И мама-кошечка укладывает своих котят спать, а папа вот помогает ей, создавая музыкальное сопровождение. Детишек много и все-все в одной кроватке. Настя Маркова и два ее пушистых помощника представляют готовую работу. Набор фирмы Риолис «Абиссинские кошки». Размер работы 40 на 40 сантиметров. Вышивается на AEDI 10 каунта. Также в набор входит пришивной элемент «Колокольчик». Используются 22 цвета шерстяных ниток. Это был долгострой у Насти.
долго Настя настраивалась на эту работу, так как здесь основа рыхленькая, как у старых наборов Риолис. Но вот в итоге все получилось. И посмотрите, какая здесь и красивая работа, и вообще красивая фотография, композиция. Я даже не представляю, как можно было устроить такую красивую фотосессию. Супер результат, поздравляем! Также случился финиш и у Светланы Селидуевой. Светлана вышивала набор фирмы Риолис, размер работы 21 на 30 сантиметров. Также у Светланы здесь возникли сложности с основой, так как она тоже была очень мягкая и дырчатая. Но Светлана собралась силами и очень быстренько завершила эту работу. На фотографии все смотрится очень аккуратно, очень красиво. Цвета яркие, сочные. Напомню, что это у нас вышивка шерстью. Замечательный итог. Поздравляем с результатом. Юлия Дубинкина успела и завершила в этом месяце прекрасную вышивку по набору фирмы Риолис. Это вот такие котята, они такие пушистенькие, такие хорошенькие, сами как два моточка в этой корзинке смотрятся. Прекрасный итог, очень быстро все вышилось у Юлии, поздравляем! Еще один финиш, это от Ирины Цветаевой. Ирина вышивала неизвестного производителя, это основа с напечатанным фоном была. Вот такой вот замечательный котенок, называется «Пушистое чудо». Использовала здесь 18 цветов мулине, вышивка на Аиде 14 аккаунта, размер 20 на 14 сантиметров. Очень милая получилась работа, поздравляем с прекрасным итогом. И перейдем к отчетам. Во-первых, представляю вам отчет Марины Лакиза. Пишет нам Марина: «Мой котейка ездил со мной в отпуск в Санкт-Петербург, вышивался в перерывах от прогулок по городу. Наборчик фирмы «Панна» летний полдень. С каким удовольствием вышиваются бабочки и цветочки в этом сюжете. А зеленые ниточки, так это особое удовольствие брать в работу такие яркие цвета. А сама кошечка просто мило выходит на конве. Мне, как любителю всех котиков, очень нравится результат этого дизайна». А это отчет Катерины Плотниковой. Это у нас вышивка размером 40 на 40 сантиметров. Используется здесь 25 цветов. Вот такая пума вышивается. И, как вы видите, осталось уже совсем чуть-чуть до готового результата. Скорость у Екатерины очень-очень большая. Илона отчитывается по набору фирмы Лукаэс и пишет: «Вот на таком этапе завершился 2020 год в этом процессе. Пушистики прелестны, а если посмотреть немного подольше, то смотрится очень натурально. Хотелось бы до завершения СП дошить хотя бы эту работу. Ну, скорость прекрасная, есть шанс ее завершить. Я буду держать кулачки». Вторая работа Илоны – это схема от Химеры. Здесь у нас ниточки СХС 75 цветов, называется «Дизайн в засаде». Вышивает Илона на Аиде 20 аккаунта голубого цвета и вышивает крестом в одну ниточку. Размер готовой работы будет 25 на 35 сантиметров. Очень большие продвижения за этот месяц. У Илоны получается уже 23,5% вышито в этом году. Ну и, конечно же, желаем шустрой иголочки, работа прекрасная, ждем нового отчета. Ксения Плеханова, начинающий блогер, участвует в нашем совместном проекте с дизайном фирмы Dimensions Мэгги Рукодельница. Вышивает на 18 Аиде ниточками гамма, здесь подбор. И посмотрите, как хорошо продвинулась работа за декабрь месяц. Практически уже все крестики отшиты, осталось еще чуть-чуть. Ну и, конечно же, очень-очень много бэка и различных еще стежков предстоит у Ксении. Но, тем не менее, скорость большая, вышивается очень хорошо. Это видно по отчетам. А это процесс Татьяны Муратовой. Это схема из журнала «Вышиваю крестиком». Называется «Дизайн само спокойствие». Вышивается крестиком в две ниточки, есть и три четверти. Вышивает Татьяна будет на конве 14 аккаунта. Здесь у нас используется 20 цветов мулине.
у Татьяны гамма и ДМС, и размер готовой работы 10 на 15 сантиметров. Желаем удачи! Этого чудного котейку вышивает Ольга Матросова. Размер работы будет 36 на 36 сантиметров. Вышивается на ID14 аккаунта по напечатанному фону ниточки SHS. Вот такие продвижения за месяц, пишет нам Ольга. Так как месяц был загруженный, много вышить не получилось, но тем не менее есть прогресс, а это главное. А это вышивка Ангелины Орловой. И теперь понятно, почему процесс не очень продвигается. Как только Ангелина хочет взяться за работу, а тут вот он кот и говорит: «А зачем тебе вышивка? Ты меня погладь. А как такому откажешь?» Шучу, конечно. Вышивает Ангелина набор фирмы «Панна». Размер работы 24 на 22 сантиметра. Вышивается на ID14 аккаунта. Используется 15 цветов ниточек гамма. Это у Ангелины долгострой. И в этом году Ангелина решила закрыть вот такой вот процесс, чтобы он уже не тянулся. И поэтому, наверное, не очень быстро идет работа, но тем не менее уже ближется к своему завершению, потому что все-таки вышивка небольшая. Хорошенький котик, желаем, чтобы все получилось. Анжелика Журавлева вышивает оригинальный набор фирмы Dimension, снежный леопард. Размер работы 38 на 30 сантиметров. Вышивается на ID14 аккаунта. И вот такие продвижения за декабрь месяц. Светлана Минаева вышивает набор фирмы Classic Design «Тигр». И пишет нам Светлана: «Наступило время и для второго отчета по данному процессу. Отшито 50% работы. Можно было бы и больше. Несмотря на всю простоту и легкость выполнения этого дизайна, допускаю ошибки и парю. Мы с моим тигром решили, кто кого. Продолжаю вышивать усердно и не торопясь. Посмотрим, как пойдет дальше. Всех рукодельниц поздравляю с Новым годом». Отличный результат, очень большая скорость. У вас все получится. Бублики-бараночки, какие аппетитные! Это у нас набор фирмы «Панна» «Домовенок Поварешкин». Размер готовой работы 24 на 24 сантиметра. Набор входит AIDA 14 аккаунта, ниточки гамма 28 цветов и даже часовой механизм. Исполняет данный процесс Алла Красноярская. Анна Кокорина вышивает вот такого лунного кота. Размер работы будет 60 на 40 сантиметров. Просто гигантская работа. Вышивается на AIDA 14 аккаунта с нанесенным рисунком. Используется 16 цветов мулине. Давняя мечта у Анны. И в этом месяце очень хорошее продвижение. Появилась уже мордочка. Я думаю, это прекрасный стимул продолжать вышивать эту прекрасную работу. Отчет Марины Филипповой. И пишет нам Марина: «Девочки, всех с Новым годом! Юленька, спасибо тебе огромное за СП, за то, что в это сложное время твой СП был отдушенной возможностью, пусть виртуально, но почувствовать себя рядом с единомышленницами. Дизайн Риолис. Размер 60 на 60 сантиметров. Вышивается на 11 конве под лен. 17 цветов. Вышиваю на кюснапах. Времени на вышивку в этом месяце было совсем немного, но лен мой подрос существенно. Вышито уже примерно 60-65%. Вышивается легко и с удовольствием. Повторюсь, но сама удивляюсь, почему так долго лежал неоконченный. Наверное, первые два вышитых в подарок не хотели брать его в свой прайд, а теперь сжалились». Отчет Татьяны Буркица. И Татьяна вышивает у нас дизайн фирмы Овен рыжий. Вышивает его второй раз, и поэтому ниточки подбирала отдельно. Вышивает на основе Бестек 14 аккаунта. Размер готовой работы будет 25 на 25 сантиметров. Ниточки здесь у нас ПНК, несколько цветов гамма, всего 22 цвета. В этом месяце небольшие продвижения, но Татьяна надеется, что скоро уже покажет нам готовый результат. Мы держим кулачки и ждем, конечно же, этого яркого кота. Анна Коновалова вышивает пантеру от фирмы Joy Sunday. Вышивается на черной AIDA 18 аккаунта. Сложный процесс, и, конечно же, сложно вышивать на темной основе, но тем не менее потихоньку работа продвигается. Пусть в этом месяце небольшие продвижения, главное, они есть. И за время СП посмотрите, как хорошо подросла работа. Чудесный результат.
Второй процесс Анны Коноваловой – это вышивка по книге «Наниашвили. Вышиваем животных». Вышивается этот дизайн на AIDE 16 аккаунтом Moline SHS и Gamma. Вышивается гобелиновым швом в две ниточки. В этом месяце вышито 1,5 стежков. Пишет нам Анна, что не так-то много, хотелось бы больше. Но вроде бы все вот получается и красиво смотрится. Следим внимательно за продвижениями. Виктория Румянцева вышивает набор фирмы Риолис «Котята в корзинке», вышивается от работы на AIDE 14 аккаунта. Ниточки здесь шерсть, 23 цвета. И вот такие продвижения за месяц декабрь. Хорошо подросла работа. Будем ждать уже готовый результат в следующем отчете. Татьяна Петрова вышивает набор фирмы «Чудесная игла», называется «Купчиха», вышивается на AIDE 14 аккаунта ниточками Bestex, размер работы 38 на 38 сантиметров. За декабрь месяц работа очень хорошо подросла, пишет Татьяна, что и на 14 аккаунте все отлично смотрится и хорошо все проработано. Ну что ж, держим кулачки, чтобы уже работа была завершена к следующему отчетному периоду. Анна Выговская вышивает очень серьезную большую работу. Это хаэт, называется «Разрази меня угром», 399 на 499 стежков. Вышивается на конве двунитка 24 аккаунта, полукрестом в две ниточки ДМС. И в этом месяце работа подросла на 6258 стежков. Вот такими вот хорошими шагами Анна продвигает свою работу каждый месяц. Очень хорошее продвижение. Работа яркая, необычная, красивая. Желаем удачи. И мой отчет. Я вышиваю оригинальный набор фирмы Dimensions «Африканские львы». Работа подросла немного в этом месяце, точнее в декабре, как и у многих, у меня мало было времени, и этой работе досталось меньше всего, поэтому вышился фон с левой стороны, немножко фона я смогла повышивать. Вышивается он, конечно, легко, там большие сплошные участки, полукрестом в одну и в две ниточки. Ну что ж, на январь, я надеюсь, у меня получится вышить побольше. Сколько получится, столько получится, так и отчитаюсь. Ну а на этом у меня все. Я желаю вам хорошего настроения, шустрой иголочки, быстрых и легких финишей. И до новых встреч. Всем пока!